Добрый день. Вот сейчас находимся в Алании. Пришли на рыбный рынок. Алания Фиш. Вот здесь вот такой вот маленький. Вот большой выбор рыбы. Дорада. Там, 335 лир. А крабы сколько? Все, да, 50. Да. Вот. Тут же покупаете, тут же вам вот мужчина. Как его ты зелень? My name is Mustafa and Merjan Fish House. Тут же готовят, вот мы купили, все приготовили. 10 минут, пожарили. Быстро все. Супер, быстро. Вкусно, я надеюсь. Думаю, все будет хорошо. Вот. Вот это сухарь. И сюда входишь, когда уже. Ага. Приходите. Все, спасибо. Все, спасибо большое. Все. Спасибо. До свидания. Куда пойдем? Пойдем прямо. Ну, что расскажешь? А? Гранаты, говорю, вот у них интересно. Вот это вот. Желтые, а вон есть вообще зеленые бананы, но они гранаты. Говорят самые вкусные. Гранаты. Они говорят самые вкусные, самые. Мы не пробовали. Но груша, думаю, 80 быть... рублей, мандарина 40 рублей на наши деньги. Все умножаем на 10. А это вот это я не пойму. Это что? Инжир. Инжир зеленый какой прикольный. Вот такой, а вот. Ну да, 15. Это получается 150 рублей на наши деньги. Маску нам дали, мы свою забыли в отеле, нам дали бесплатно маску, хороший человек. Рыбу везде вот эту вот можно купить. Здравствуйте. Ага. Здравствуйте. Мы уже взяли. Мы еще купили вот краба. Краб сейчас у меня живой. У тебя, да. И... Краба сейчас будем варить. Сколько мы отдали? 12,5 или сколько лир? За большого вообще краба мы отдали вот 120 рублей, 12 лир. 12 лир. Тут вот все очень вкусно. Запахи специй турецких. Куда-то. Да это все специи. Специи, специи. Здравствуйте. Ну, чуть-чуть снимем, можно? Реклама. Ага. Запах. Класс. Запах. Орешки. 250 рублей арахис. 340 грецкие. Сладости разные. Ой. Так созывают тут. О, эти разные травки тут. Травки. Лечиться. Сколько гранатов таких зеленых, вот желтых. Вот простой гранат стоит 30 рублей на наши деньги. Килограмм. Простой гранат 3 лиры. Виноград 6,50. О, тут дешевле даже. У нас по 10 лир зеленые виноградные гранаты, а тут 5 лир. Сколько вот это стоит? 5 лир килограмм вот этих. Надо взять домой сразу. А те тоже 3 лиры. Может, такие взять сразу домой? Дешево. А вот эти 4 лиры. Да мы сейчас возьмем. У них кукуруза, этот, не кукуруза, а эти, как огурцы по 1 лире, дешево. Пойдем, ладно, пройдем еще чуть-чуть и зайдем за гранатами. Ну, я снимаю. Я снимаю. 3 лиры.
Лук 25 рублей килограмм. Картошка тоже 25 рублей килограмм.